Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать агрессор в лайнерах и с карбоном. Ну, обычно, как у нас Тимаскус, Клипс, Спейсер также. Анодирован вот такой мраморный синий карбон и вот такая мозаика. И муха летает рядом. Извините. Вот такой классный ножичек. Здесь где-то 25-27 миллиметров ширина, 77 длина, вес не скажу. Где-то 120 граммов. Ну, немножко пухленький, на лайнерах всегда так, но удобный. Поближе посмотрим мозаичку. Спасибо всем, друзья. Пока.